Это очень сокращенный обзор налобного фонарика VL-фары с зумом. Я очень быстро и кратко расскажу про его основные характеристики и функции. Полную версию обзора смотрите по появившейся ссылке. В комплект входит сам фонарь, светофильтры, кассета-переходник для мини-пальчиковых батареек типа 3А, крепление на трубу и крепление на голову. Все пластиковые детали выглядят хрупкими и ненадежными. Корпус самого фонаря полностью алюминиевый, но при этом охлаждение светодиода крайне паршивое, так как между пилюлей и корпусом зазоры просто огромные, и она практически висит в воздухе. Также данный фонарик почти никак не защищен от попадания воды. На всех крышках отсутствуют уплотнительные резиновые кольца, и к тому же есть довольно большие щели возле кольца зума. С помощью фокусировочного кольца можно менять угол рассеивания. Засветка равномерная по всему световому пятну, впрочем, как и у всех линзовиков. Режимы работы фонаря – максимальный, эконом, стробоскоп и скрытый сос, что абсолютно не соответствует режимам, указанным в инструкции. Также в характеристиках завышена максимальная сила тока, ведь на самом деле она около 1600 мА, а никак не 2500. Зато светодиод поставили действительно CRI-XML. Для просмотра полной версии этого обзора нажмите здесь, а уличные тесты можно увидеть по этой ссылке. Пишите комментарии, жмите палец вверх, подписывайтесь на мой канал.